Всех приветствую на канале Мотоснаб, город Владивосток. Сегодня у нас обзор сравнения лодочных моторов, линейка 9.8. Оригинальный мотор Тахацу, остальные все копии китайские на Тахацу, на данные моторы. Посмотрим визуально сходство, различия, что где стоит. Вы также пишите в комментариях, пробовали, используете ли данные моторы, какие возникали трудности, проблемы, вот как с этим боролись, ну и вообще, как считаете, какой из китайских моторов будет самый лучший. Вот, начнем с линейки мотора 9.8 Marine Rocket. Данная модель появилась в мае прошлого года. Вот. Единственное, она идет под маркировкой 9.9 Light. Вот. Точная копия Тахацу. Вот. Имеется у нее вот такие здесь написания. Чистый китаец. Предупреждения все. Обратите внимание, есть метки на болтах динамометрического затяжки. Вот сейчас будет оригинальный мотор Тахацу. Кстати, да, маркировки свечи здесь не указано. Если мы берем оригинальный мотор Тахацу, у него есть свеча, какая ставится на, указано Кайхен карбюратор Japan. Вот исполнение, соответственно, другое. Вот. Ну, вот такой вот мотор визуально. Имеет наклейку сбоку, шильдик. Прямо на корпусе. Это вот Тахацу. Да, вот такие винты, все одинаковое. Дальше мы смотрим Хайди. Опять же, видим тоже сходство с Тахацу. Но на Хайди уже нет маркировки болтов затяжки, соответственно, и на карбюраторе вот у него вот такая эмблема. Также нога стоит от двухтактника Тахацу. Вот, ну а так визуально сравниваем. Следующий мотор Гладиатор, тоже точная копия Тахацу получается. Вот, имеются вот такие надписи на карбюраторе. Маркировки свечи нету. Вот так вот. Вот такое изготовление. Вот. Также вот. Сейчас перед вами Ханкай 9.8. Вот. Также копия Тахацу. Вот видите, маркировка ХК. Смотрим на карбюратор и удивляемся. Made in Japan. Вот. Ну а теперь у нас Sia Pro. Это, скажем так, сборная солянка, как мы ее называем. Блок стоит от Тахацу. Вот, но встроенная голова отдельно. То бишь не имеет сходства никакого с Тахацу. Запчасти подходят только индивидуально от Тахацу. Еще обратите внимание на ногу. Нога у него от четырехтактника. То бишь делаем сравнение. Вот двухтактные ноги, видите. У Sia Pro получается от четырехтактника. И вот такой винт. Выхлоп у него получается выше винта с ноги. У других выхлопы идут с этого винта. Далее к вашему вниманию представляем мотор Charmax 9.8, также копия Тахацу, маркировки свечи также отсутствуют. Вот на карбюраторе, вернее, ничего нету. Вот такие надписи здесь. Вот. Ну и последняя модель у нас Magnum Pro. Соответственно, также копия Тахацу,
Вот такой мотор. Маркировка свечи также отсутствует. Маркировка затяжек также нету. Динамическим. Также имеет вот такую же маркировку на карбюраторе. Ну вот, ребята, в принципе, вся представлена линейка. Вот еще раз вам пройдемся, покажем. Все идентично Тахацу. Но есть различия. Самое большое различие — это вот Сиа Про, данный мотор. Пишите в комментариях, задавайте вопросы, либо пишите плюсы-минусы, кто где использует, какие проблемы испытывали, как устраняли. Ну и вообще, какой мотор вы бы выбрали? Марина Рокет, Тахацу, Хайди, Гладиатор, Ханкай, Сиа Про, Шармакс, Магнум Про. Рад вас видеть на своем канале. Мотоснап, город Владивосток.